Матильда. Фортепианный концерт. Целый год не могу дочакаться, коли у нас будет кирмаш. Сёлета до нас нават цирк приехал. Каб ничего не пропустить, я села у первый шерах. Программа была так себе, але у концы выступила Малпа Фридолина, и я не могла надивиться. После выступу я не могла до яе не подысти. Мушу вас повиншовать, спадарычна. Цудоўна выступили. Але ж у таким качеўным будане ваш талент не мае магчымасці развиваться. А куды яму развиваться? Я умею рабіць перакаты сальта. Гэтага дастаткова. Спадарычна Фрыда, у вас же 4 руки. Вы такая адзіная ў свеце. Ведаеце, што з імі можна рабіць? І што? Вы маглі б стаць найхутчэйшай мастачкай, маляваць 2 карціны адначасова, альбо іграць на 2 музычных інструментах. Дуэт у одной особе. О, придумала. Вы повинны играть на рояле у 4 руки. Теперь нам все на пианино. Ходите со мною. Я зроблю з вас зорку. На наступный день я набыла рояле подручник по фортепиано для самовукал. Малпе наибольш сподобался концертный табурет. А теперь попробуйте играть. Ух ты, играй, як по масле. Ну, не все так просто. Покладите все 4 руки на клавиатуру. Ай-ой, вы мне ледь голову не открутили, спадарыня Матильда. Чому вы не сказали, что грать на пианино так небеспечно? Мне стало ясно, что с ёю будет тяжко. Але я не отступалася. Каб абудзіць у ёй павагу да класічнай музыкі, я купіла ёй бюст Бетховена. Я рабіла ўсё, што магла. Па-добраму, па-злому, і прыдумляла розныя штукі, каб яна ўсядзела каля інструменту. Выступая Фридолина. Я домовилась про публичный концерт и расклеила афиши. У меня же прануть нема чаго. Не хвалюйтесь, пошию вам туалет як ад Дыёра. Вам варто заиграть для Элизы. Не буду я играть для нейкой Элизы. Я звыкла на полное шапито. Дурничка. Для Элизы это популярный хит спадара Бетховена. Концерт мел отбыться у корчме у строкатой курицы. Публика великого захопления не выявляла, але Фридолину было ничем не удивить. Яна была на сцене, как рыба в воде. Oh,
Гэта быў несумненны поспех. Фрыда, даражэнькая, вы насамрэч непаўторная артыстка. Калі будзеце цэлы год сумленна рэпеціраваць, я арганізую вам канцэрт з філармоніяй. Вы што, не заўважылі, што ваша музыка нікому не цікавая? Усе цяпер хочуць толькі відовішчаў. Яна сабрала свае транты і ўцякла назад у цырк. Што мне было рабіць? Я пачала вучыцца іграць на піаніна. Не выкідаць жа такі шыкоўны раяль. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.